Доброе утро! А мы продолжаем нашу рубрику красоты, и сегодня я вам покажу весьма необычную прическу. Данную прическу я продемонстрирую на модели Дарьи. Данную прическу мы начинаем плести от шеи. Мы берем расчесочку и делим пробором от шеи к затылку на две части. Вот таким вот образом. Но я предлагаю, чтобы прическа получилась более интереснее, поделить ее зигзагом. Когда мы поделили на две части пробором, прочесываем одну часть таким образом и фиксируем ее, чтобы она нам не мешала, так как мы будем плести вторую часть. Начинаем заплетать обычный колосок от шеи. Начинаем плести колосок вовнутрь из трех прядей. А если вы хотите придать данной косе чуть-чуть объема, мы выпускаем вот эти вот прядочки чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Выпускаем данные прядочки вот таким вот образом. Доплетаем до затылочной части, подтягиваем чуть-чуть волос в данном плетении. И теперь волосы, которые у нас остались у лица, мы их просто аккуратненько прядочками добавляем в данную косу. Когда у нас коса доплетена до конца, мы ее закручиваем таким себе тубусом. Вторую часть мы делаем идентично. Вот такая красота у нас получилась для школьниц. Пусть ваши девочки будут красивыми.